по огне. Отличная от него вторая половина сезона. И все у него получалось на старте. Комаров. Илья Комаров, безоговорочный лидер Викингс. Лучший по Буданов с мячом. На показе пытается там тощего размотать. Хорош Буданов. Но Буданов это элитный скорер. Человек набирает там по 15 очков за игру, где на него было бы больше бросков. И тактика, и приоритет был бы на атаку, а не на защиту. Он бы набирал бы очков по 20, по 25 за игру, а не по 13, по 15. Хорошая атака от Викингс. Вернулся в расположение команды. А, ну он никуда не уходил. Это я его перепутал с Бондарем, да. Так, хороший проход. Еще два очка. На этот раз это был, кажется, Русев, судя по всему. Разыгрывающий этой команды, который сегодня почему-то вышел со скамейки. Константин Русев. Еще два очка для викингов. Пока что викинги очень спокойно, вольготно. Но не получилось это сделать. Викинги в атаке. Достаточно сложный бросок от Комарова, но... Очко, его сдачу возле команды тоже трудно переоценить. Здорово в транзишне сейчас забивает 32-й номер команды Алексей Задорожный. Задорожный очень неплохой атакующий защитник. Он не так много набирает, но, как у любой заявки, у викингов отсутствует Федоренко. А у нас пока что трешка от Сагунюка. Сергей Сагуняк, рыжая мамба, три очка. Пожалуйста, получите и распишитесь. Да, если бы сегодня, конечно, присутствовал Федоренко, наверное, в течение сезона, я так понимаю, на травме, потому что пропускает он последний месяц. Ни в лав, ни в нову он не играет. Хороший большой. Просто потрясающая работоспособность. Просто потрясающая работоспособность. Он бы, конечно, сегодня, наверное, помог бы в передней линии, но без него будут играть. Удачно. Удачно с отскоком. Немножко повезло. Комаров. Тощев. Раскидывает по периметру мяч викинги. Рискованная передача. Доходит мяч до Баклана. Баклан на штрафе. Без промаха стреляет. Еще два очка в копилку викингов. Чем ответит Русев? Хороший заброс. Надо забивать. Эндуан для Николенко. Шикарная передача от Русева. Ну, Максим Зубенко... Всегда отмечал игру, кстати, на Руси. Неточный бросок. Ну, Бакланов вообще все подборы. Все подборы забирает Виктор. Пока просто ничто не могут, ничего не могут с ним сделать игроки Дэвидсон. Они, конечно, уступают габаристы, если бы Боханов забил. Боханов на Николенко. Николенко через руку. Туда его! Отличная трешка от Александра. Вот почему. Ворончихин. Хорошая передача. Сивых. Сивых это второй лучший шутер в команде. Комаров и Сивых. Боханов. Русев. Николенко. Еще одна трешка через руку. Ха-ха! Туда его! Два трехочковых через руку Тощева. Просто четвертьфинального матча между командой Дэвидсон и Викингс. Это первая игра. У нас серия двух матчей. По сумме очков пройдет команда дальше. Трехочковая. Тощев открывает в углу партнера, но не был готов к этому броску игрок Викингс. Зато был готов к этому броску Сивых. Еще три очка записывает Сивых на свой. Целая серия подборов нападения от викингов. Дальше гоняет мяч по периметру. Довели мяч до свободного. И туда его! После трехочковой от Задорожного. Ему нужен Марк Соболевский брать тайм-аут, потому что команда... Валерий Комиссаров тоже практически такой железный человек, максимально надежный игрок в заявке Дэвидсона. Вынужден там был пропустить то ли одну, то ли две игры в концовке сезона после травм. Насколько он стабилен? Просто сама стабильность, просто стена, скала. Все это Валерий Комиссаров, мистер подбор. На первой четверти, но вот сейчас вышел, будет решать. Но пока что решают другие люди. Хороший спейсинг, передача трехсекундную, и Каплан там вообще без проблем разобрался. Капларов побыстрее будет. Но в целом игроки похожи. Два из двух реализует. Комиссаров наиграет там на партнера. И, пожалуйста, Комиссаров точно со средней. Очень надежное исполнение броска. К этой атаке партнера по команде. Хорошо разворачивается Баклан. Но Баклан 3 секунды, конечно, продолжает разрывать. Николенко. Помогает Большов. Открытый бросок. Большов! Туда его! Три очка точно в корзину для Дэвидсон.
Заступил за линию и начал двигаться мячом. Еще один бросок будет у Русева. Ну и, кстати, этим воспользовался. Два из двух в итоге Русев реализовал. Нужно взять тайм-аут Торбин, потому что в третьей четверти откровенно начинается не так, как планировал Торбин. Три командных замечания. Рывок. Рывок, сколько получается? 4-0. А? Большов. Комиссаров со средней. Туда его! 34-33. Ну, судя по всему, тайм-аут от Торбина пока не работает. Он перестроился в защите. Комаров. Неплохо. Это было красиво. Это было красиво. И Тодорожный забивает после наброса. Алиупа. От... Наконец-то забивает Комаров. Не знаю, сколько он подряд мячей он промазал. Комаров забирает. И два очка для Ильи. 40-33. По-моему, это часов. 12 очков забили команды за половину. Не так много, как это было в первой и второй четверти. Свик! По-моему, сглазил я защиту Дэвидсон. Снова Викинги убегает и не успевает Дэвидсон. На этот раз не успевает Дэвидсон. Физическая подготовка, конечно, у Викингов сумасшедшая. Как эта команда готова, как заведенная, бегать в отрыв в соответствии с тем, как играют молодые команды, спортшкольники, которые всегда готовы бегать в отрыв. Но отвечает своим трехочковым попаданием Большов. При этом там еще и... Баклан на штрафе со средней. Он забивал уже с этой дистанции. Очень комфортно он себя чувствует. Наверху классно. Русев будет межлицевой. Николенко. Не успели на него выдвинуться. Николенко будет наказывать. Ну, наконец-то. Наконец-то Николенко после перезагрузки, после серии промахов севых. Отличное открывание от Комарова. Шикарный вход от него в зону. Престола плюс 10 для Викингов. Главное не расслабляться. Есть у них время на ответ. Комаров убивает время. Там даже меньше 8 секунд будет удавиться. 3 секунды, 2 секунды. Эх, не успеет. Точно со средней. Трискунов. Это первые очки его в этом матче. 52 Русевым. Балакин из угла. Не стал все-таки бросать. Полез под кольцо. Но Балакин от прохода играет, не от броска. Это известная история. И первые очки в матче Балакин забивает. Хорошая трешка от Большого. Второй его уже трехочковый этой встречи. Комиссаров со средней точен, очень надежный Валерий. Субботы, игровой субботы, 55-46. Викинги впереди, но у Дэвидсона есть время. У Дэвидсона есть время. Так, ну что, дабл-дабл Комиссарова. Все как обычно. Комиссаров, Сафонов. Сафонов, хороший лейап. Это чуть ли не первые очки в матче от Сафонова. И какие важные. Русев. Буданов. Буданов со средней точен. Ну что, Дэвидсон сокращает отрыв. С каких овертаймов? Два. Никаких овертаймов, друзья. Овертайм только в ответном матче может случиться. Комаров отвечает своим попаданием. 57-52. Сейчас. От Соболевского. Трешка от Русева. Это первое попадание с игры для Константина. Встречать в концовках. Юсмиасов. Сложнейший мяч заваливает Буданов, сравнивая счет в этой встрече. 57-57. И заступ. Заступ фиксирует арбитр. ...17-7 с таким счетом Дэвидсон выигрывает четвертую четверть. Это, конечно... Характер от Дэвидсон, ну и
Недоработка. Недоработка от викингов.